Сегодня я буду пробовать выпекать кулич в хлебопечке Мулинекс. Там получится целый килограмм по рецепту. Никогда не пробовала в хлебопечке, но сегодня с вами будем начинать пробовать. Колобочек формируется, уже вымешал и начинает уже сформировать. Вот такая у нас получилась Пасха. Хорошо зарумянилась, отошла от ключа хорошо. Вот такая вот огромная у нас получилась Пасха. Немножечко сверху пригорела, но ничего. Сейчас мы ее украсим. Делаем глазурь. 1 стакан сахарной пудры, 1 белок и 3 чайные ложки лимонного сока. Вот так вот мы польем глазурью нашу пасочку. Вот так. Вот. Она расплывется со всех краев. И это украсим такую ее сразу же, чтобы она приклеилась. Вот такая вот огромная у нас получилась Пасха. Килограмм. Вот, вот так вот покрутим мы ее. Вот такая вот. Сейчас мы ее разрежем и посмотрим. Пасха наша.